Вот и хорошие новости. Ну, это насчет того, что вышли в поддержку Палестины с концертами, с фестивалями, там, Аллах-Ба, и отметились, так скажем. Так вот, смотрите, слушайте внимательно. Хамас уже давно признана террористической группировкой. А в связи с этим такие реакции будут квалифицированы как особо тяжкие случаи оправдания терроризма. Все, ребята, по ушки застряли в дерьме. Это затрагивает граждан всех третьих стран, находящихся в Германии по статусу беженца или ВНЖ, даже ПМЖ. То есть не только палестинцев, граждан Сирии, Ливана и прочих государств. Для этого в Германии уже давно процует законодательная база. В данных конкретных случаях будут применяться санкции в рамках так называемой особо серьезной заинтересованности в высылке. Так, там что-то по-немецки написано. И отказ в предоставлении права на проживание.